5 июня, РИА Новости. Сирия направила письмо в ООН в связи с новыми авиаударами международной коалиции во главе с США, жертвами которых стали мирные жители, сообщило Национальное агентство САНА со ссылкой на МИД страны. Ранее во вторник агентство САНА сообщило, что при новом авиаударе коалиции в провинции Эль-Хасаки погибли не менее 10 мирных жителей, включая женщин и детей. МИД Сирии направил письмо генсеку ООН и председателю Совбеза в связи с атаками незаконной международной коалиции против мирных жителей Сирии и против суверенитета, единства и безопасности сирийской территории, сообщил МИД. Как отметил МИД, коалиция атаковала ряд деревень в провинциях Эль-Хасаки, Ракка и Дейр-эз-Зор в качестве мести за отказ участвовать в сепаратистских отрядах союзников США. Коалиция совершает преступления против человечества и поддерживает терроризм с целью подрыва сирийского суверенитета, говорится в сообщении МИД. САР вновь призывает Совбез взять на себя ответственность за защиту международного мира и безопасности и немедленно отреагировать для прекращения расправ, которые совершает коалиция, а также прекращения незаконного и враждебного присутствия американских и других иностранных сил на сирийской земле, отметили в сирийском дипломатическом ведомстве. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».